Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня у нас 3 апреля. И вот хочу я показать, что у меня на даче. Я пришла на дачу и показать, как у меня уже растаял снег и какие растения уже вышли из зимовки. Здесь вот барбарис. Ну, есть маленько поломы, но не такие сильно большие. Там вот туя. Вчера только кончики туи видно было, той шаровидной. А сейчас уже наполовину вышло. Осталось совсем чуть-чуть. Так, здесь вот можжевельник. Вот такой стелющий. Название я, конечно, не знаю его. Вот. Вот такая гипсофила. Она потом вся взойдет. И будет здесь шапка. Такая полностью закрыта все будет. Это цуга. Вот это. Там тоже барбарис. Еще не стала его развязывать. Завтра, если что, приду, развяжу. Эту сегодня не буду закрывать, тую. А этот закрою. Вот у меня стоит ящик для него. Для цуги вот горшок. Там вот кончики пахизандры начинает оттаивать. Снег очень хорошо стаивает. Прям на глазах тает. Там возле забора все кустики уже оттаяли. И там дальше. Завтра приду. Здесь уже, считай, снегу не будет. Вот эта сторона, кое-где только будет снег. А так уже все сойдет снег. Мы вчера приходили. Снегу было очень много. Вот здесь я. Получается, вообще было закрыто. Гехира вот там вообще ее не видно было, ее и сейчас не видно. Пятно такое непонятное. Я туда не полезу, потому что еще не видать, где что насажено. Вот это голубое растение, я забыла, как называется. Надо дома поискать. Я его нашла, название. Но забыла опять. Надо будет в этом году уже таблички ставить, все. Мускари вот они какие у нас. Конечно, в этом году сильно поработали у нас мыши. Очень сильно. Где лилии посажены, там все в дырках. Здесь вот, ой, как они там, овечьи или ослиные ушки. Я их ослиные ушки называю. Все поедено. Прям до самого корня. Здесь вот уже крокусы лезут. Гиацинты лезут. Вон. Тюльпаны лезут. Которые еще не съедены, тюльпаны. На этой грядке у нас клумбе. Роза, конечно, черная. Есть и зеленая, но я ее срезала. Вот эту ветку совсем срезала. Я ее потом подрежу, все это дело. Примула, как всегда, он кромсает. Видать, она сочная, ее кромсают. Здесь вот вчера только кончик от тропинки было видно. Сегодня вот уже, смотрите. Уже снегу совсем чуть-чуть осталось. Будлею я осенью так и не выкапывала. Вот я ее открыла, будлею. Стволики стоят пока зеленые. Сейчас я ее опять укрою. И пусть она стоит. Потому что ночами морозы. Пока хоть небольшие, но морозы.
Ну, вот эта розочка как более-менее зелененькая. Там видно дальше будет. Здесь вот у меня получается верхушка зеленая, а низушка черная. Но трогать пока не буду ничего. Будет видно дальше. Калину у меня все попереломало. Думала, что цветение увижу в этом году этой калины. Это не калина бульданеш, а как-то она по-другому называется. Тоже шариками, но не бульданеш. Вот. Ну, этот, я, скорее всего, это какой-то кипарисовик. Вот этот вот. Поглядите, какой он красавец. Он мягкий-мягкий такой прям. Пока с красна, потом он будет зелененький летом. Он у меня закрывается. Я его закрываю, чтобы он не сгорел. Может быть, он и не горит, но для... Зачем испытывать? Вот. Вот так смотрится у меня уже здесь. Вот. Это вот кипарисовик или туя. Не знаю, что это такое. Вот, пока не убираю палку, он наклонился, прям сильно наклонился. Ой-ой-ой, и я клонюсь. Здесь вот гехерочки. Гехерочки. Вот одна гехера у меня пропала. Так, а где вот она, эта гехера? Там тоже гехера целая. А вон она. Вон там у меня гехера, середка вся гнилая. На даче так хорошо прям. Хоть и снегу еще много, вон какие сугробы еще там возле домика. У нас всегда много снегу с крыши сваливается. Вот. А птички поют. И у меня уже ноги сами идут на дачу. Я уже до такой степени устала дома сидеть. Мне надо на дачу. Вот здесь у меня были лилии. Такая кочка прям хорошая была. Ну, похоже, их все. Здесь все было в ямах. Это я вот маленько разровняла. Это вот ихние стволы. Здесь же, как они, кожура тюльпанов, шкурки. В общем, потом уже все видно будет. Вон все поизуродовано. Везде ямы. Ой, везде ямы. И в этом году я очень сильно обиделась на мышей. И пока не хочу никаких лилий покупать. Ничего. Вот здесь вот тюльпанчики. Там вон крокусы уже с бутончиками. Здесь я, конечно, еще не подсыпала, только сегодня оттаяла. Вот еще тает. Вот. Здесь вот у меня, я там скребла возле сугроба. Там у меня должна быть туйка, маленькая детка. Вот. Здесь у меня туя спиралевидная закрыта. Это вот я открыла, я их сейчас закрою. Получается, вот так вот осмотрится у меня здесь уже. Даже вот небольшой клочочек, а уже поглядите, как смотрится нарядно. Аж прям душе радостно. Мускарики зелененькие, крокусы лезут. Эти, вот завтра еще пахизандра вылезет зеленая, она вечно зеленая. Вот этот голубой кустик. Не могу вспомнить название его. Сегодня в тетрадке поищу, как его название. Вот. И поглядите уже, как красиво смотрится. Завтра туйка до конца освободится от снега.
Вот. Барбарисик завтра, ну, хоть и лысый барбарис, но все равно уже как-то смотрится. Розу я пока не буду подстригать, попозже ее подстригу. Маленько сейчас подсохнет. Если будет погода хорошая, у нас очень быстро сохнет. Но обещают, как снег с дождем на завтра. Ну, погода меняется. Там вот, поглядите, уже грядки оттаивают. У нас гора очень ранняя. Очень ранняя. И вот сейчас я хочу вам показать лаванду. И будлей еще сейчас покажу. Так. Вот так. Вот будлей. Извиняюсь. Здесь вот даже череночек. Вот он. Зелененький. Сейчас домой пойду. Только вот не знаю, пока, наверное, не надо открывать ее. Или надо открывать. Не знаю я прям, что с ней делать. Чтобы не сопрела бы она у меня. Эхинацея стоит вся черная. Ну, это, может, от корня пойдет она. Вот так смотрится. Так, сейчас мне отсюда еще выскочить надо. По ирису топчусь. Так. Так, это у меня ива оттаяла. А там вот выглядывает у меня голубая стрела. Торчит. Там вот у меня уже Виктория. Проглядывает. Виктория проглядывает. Так. Сейчас соображу, как здесь пройти-то. У меня же здесь тоже посажено все. Ой, ой. Ира неугомонная. Вот, поглядите. Вот эта лаванда прям перезимовала хорошо. Ее и не поели, и не подрыли здесь, и не... Все прекрасно смотрится она. Кустик. Он был закрыт агрилом. Вот. Прям свеженькая. Ну, я ее домой пойду укрою опять. Пусть пока укрыта будет. Так. Ну, грядка моя. Череночки там все... Все похоже черно, но там есть, еще оттаивает. Посмотрю, что у меня останется в живье. Там видно будет. Вот так смотрится. А вторая лаванда у меня. А вторая лаванда, вот она у меня. Тоже так же была укрыта. И поглядите, что с ней. Здесь все перерыто. Агрил весь съеден. Вот. Есть, конечно, вот они, небольшие веточки зелененькие, но он отойдет. Отойдет, конечно, долго будет отходить, но он все перерыто. Вот все. Здесь была нора. Вот, видите, это я все отсюда вытаскивала. Это у меня гортензия древовидная. Там пионы, розы, все отходит, оттаивают. Завтра уже будет оттаяно здесь. Очень быстро. Это вот кусты роз. Там тоже кусты роз. Какие переломанные. Какие как. Выходит из зимы. Ну, будем надеяться, что... И вот... Кустик лаванды у меня, вот он, кустик лаванды. И он вообще не был закрытый. И вот он прекрасно перезимовал. Я его попозже маленько подстригу веточки, и он пойдет. Вот этот кустик лаванды. Так, здесь вот у меня азалия. Азалия. Ну, вот эта веточка только отошла сегодня. Вчера она еще в снегу вся была. Вот.
Вот так вот осмотрится. Так, здесь у меня тоже туя спирали видная, закрытая, замотанная. Здесь и медуница. Вот поглядите, медуница выходит живьем, считай. Это у меня в другой куст азалии. Он, почечки есть. Будем надеяться, что он зацветет. Там у меня спирея. Вот. Так, здесь вот у нас, там у меня можжевельник, мы его откапывали позавчера. Он был приложен прям до самой земли, туда был приложен. Вот мы его откапывали. Вот. Калина бульданеш, рядом вон палочки торчат. А все попереломано. Но это все будет видно, когда все расставит и пойдет. Так, здесь вот у меня магония. Вот поглядите, как она украшает. Это магония, сад. Она, листики у нее вечно зеленые. Ну, как зеленые. Она их не скидывает, листики. Вот, а сейчас они у нее, поглядите, какие багровые листики. И зеленые, и багровые, всякие разные. Вот, надо бы развязать, но пока не буду развязывать его. Пусть маленько так постоит. Вот эти почки, кто не знает, отсюда пойдут цветы, кисточки. Желтыми будут. Здесь вот у меня можжевельник голубой закрытый. Он почему-то горит постоянно. Самшит. Самшит. И вот можжевельник. Мы его вчера откапывали, потому что был очень сильно зарытый. И он сильно переломанный. Но это ничего страшного. Он сейчас маленько, я его укрою. Укрою. И он отойдет, и потом уже снег сойдет, там видно будет. Потеплее станет, я его подстригу. И он пойдет. Очень красивый можжевельник. Мне нравится. Хвойные. Все это. Вот такой вот он красавец. Это можжевельник Blue Ipe, что ли, какой-то, или как он там называется. Так, здесь вот у меня лилейники просыпаются. Вот они лилейники. Второй лилейник, первый, который оттаял, я его маленько подсыпала. И вот так вот, вот здесь смотрится. Все в снегу. Все в снегу. Ну, смотрится все равно. Хоть маленький клочочек, но уже веселей на участке. Вот. Здесь мои клематисы. Снизу мышки хорошо подъели, прям очень хорошо подъели. Здесь все было усыпано. Все было усыпано. Вот, поглядите, уже бутоны на примуле. Вот уже бутончики идут. Примула цвести будет. Вот так смотрится. Идем. Получится, наверное, длинным. Вот. Так, здесь вот у меня все тоже поизрыто мышами. Поглядите, все поизрыто. Все в ямах. Так, это сильба. Это роза вся попереломанная. Вот которые не обстрижены розы, те более-менее.
которые подстригла, те переломанные. Там вверху так вообще было переломано сильно. Здесь вот у меня, я не стала откапывать. Завтра сойдет сам снег. Здесь можжевельник у меня лежачий. Вот здесь под снегом. Так. Ну, вот так вот здесь у меня. Дерен, поглядите. Веточки красненькие, так нарядно смотрятся. Даже без листиков и красиво смотрится. Там у меня можжевельник оттаял. Рядом прутики у него там. Желтый карликовый барбарис. Розы тают. Вот. Вот так вот у меня смотрится. Так, не убиться бы здесь. Ой, здесь еще у меня творится-то. Я сюда еще не подходила сегодня. Розу мне всю раздавила. Прям всю раздавила. Есть веточки живые, но это будет видно все потом. Пока ничего трогать не буду. Оттаял только сегодня. Ну, вчера, видать, оттаял. Это у меня кизильник блестящий. Веточки вот они. Ну, это флокс почему-то не подстриженный, потому что он у нас еще цвел, и я его с осени не стала подстригать. Жалко было подстригать. Вот. Здесь это тоже роза, крылья ангела. Там флорибунда оттаивает. Это вот живучка у меня, жабья спинка. Вот. Вот так вот осмотрится. Ну и все. Вон, посмотрите, Анютины глазки цветут уже. Им нипочем. Снег оттаял, тепло, и они уже цвести начинают. Люблю Анютины глазки, скоро маргаритки зацветут. И вот будет красота. Ну и ладно. Горы, не знаю, увидите, нет. Солнышко освещает. Хоть и не сказать, что сильно тепло, но тепло. Ну и время только еще около 12 дня. Вот у соседей там уже тоже все тает хорошо прям. Всегда начинает таять ниже. А к нам потом уже приходит тайги. Вот. Вот так смотрится у нас. Ну и все. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей солнечной теплой погоды, чтобы... Ой, у кого снег еще не растаял после таяния снега, не было никаких проблем. Все было в целости и сохранности, сходило из зимы. Всего доброго и до свидания. Пока-пока.